С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. Сегодня я сниму для вас видео с анекдотами на люксембургском и на русском языке. Итак, давайте же начнем с первого анекдота. So, Garçon, trink dir? Nee, für was? Mada brauche auch kein Trinkgeld. Перевод на русский язык. В ресторане господин обращается к официанту. Garçon, вы пьете? Нет, и почему вы спросили? Чтобы уточнить, нужны ли вам чаевые? Второй анекдот. Sieht ein Nachbar zum anderen. So, wie sieht das Ihren Hund die ganze Zeit Bild? Jo, Masche snurz, am da schläft ihn. Перевод на русский язык. Один сосед спрашивает другого. Вы знаете, что ваша собака все время лает? Неправда, только ночью. Днем моя собака спит. Это были две куклы из моей коллекции. В ролях снимались Холд Хайд и Джексон Джекил. Также собачка Фрэнки. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!